Привет, друзья! Вы думали, следующая серия будет опять снята в Ивано-Франковске? Если вы слышите звук, значит, вы уже догадываетесь, где мы. Мы недалеко от Винницы, на аэродроме Колыновка. И сегодня здесь проходит этап дрифта. Белшина дрифт Pro Competition of Ukraine. Пошли посмотрим, что там творится. Атмосферка очень хорошая, все на позитиве, сегодня день тренировки, очень много наших друзей и клиентов, мы рады всех будем видеть, со всеми попробуем поразговаривать, поспрашивать, львовские субари приехали. Тут машина Димы Нагулы из Беларуси, сегодня утром они буквально час назад прибыли. Здравствуйте, меня зовут Владимир. Меня Ника Михайлович. Как? Михаил Михайлович, очень приятно, это отец Димы Нагулы, да. И идейный вдохновитель, я так понимаю. Да, и да. Знаю, что вы тоже участвуете или участвовали в драг-рейсинге, но чуть раньше, да? Может, я думаю, ну, нам не так интересно снять про дрифт, как снять о том, как вообще воспитать такого сына, который хотел бы этим заниматься. По профессии я педагог. Ага, математик. В чем кроется все. Да. Я выходец из большой семьи, где было 5 девчат в отца, 5 мальчиков. 10 детей. Вау, я сниму очки, чтобы да. Вы меня лучше могли видеть. И поэтому реакцию мою. С моим возрастом, я 42-го года рождения, мне уже 76 лет. Респект просто. Да. И поэтому я среди семьи решил, что так как жили в то время, самогоночку, СССР, как да. Бы, я понял. И я решил, что так жить нельзя, надо что-то делать. Я послал перед собой цель. Он много чего помогает, короче, в команде. Да, чем ты занимаешься конкретно? Нет никакой конкретики. Все у нас мастер универсальные на бойцы. Да, у нас все универсальные бойцы. Короче, как сейчас вы выступаете или все нормально? Да, все в порядке. У Миллера собранная машина. Все вроде бы как ему нравится. Там подбирает редукцию, все эти вещи, как обычно. Сашка сегодня словил бетон. Мы видим, да. Вот, вроде бы разобрались, сейчас поедет тестировать. Ну, не, вроде ничего серьезного, там с буром были какие вопросы. По регламенту можно ехать без кузова, да? Ну, без куска кузова. Мы слепим то, что осталось, и okay. Потому что не все выжило. А у Сереги вроде бы все стабильно, все хорошо. Right.
пойдем дальше. Мы подойдем к Виталику Геращенко, посмотрим, или все у него получается. Если он не занят, даст пару комментариев. У него новый двигатель, так что зацените. Попкорном кормим двигатель. Американский двигатель, американские прикольчики. Зачем заправлять биотопливом? Вот оно. У Виталика новые диски, новые покрышки, обновленный немного кузов в этом сезоне. Пока еще весь почти целый, по-моему, левый борт чуть-чуть примят, но это мелочи. И пойдите зацените его здоровенный двигатель со здоровенным впускным фильтром. И есть несколько хэштегов. Если хотите отметить Виталика в интернете, пишите хэштег стиль и хэштег не сцу никогда. Ребят, вот как надо ездить на дрифт. Берете тазик, загружаете его новенькой резиной. В основном я вижу у ребят это Westlake 265-35-18. Я думаю, что это на заднюю ось и для того, чтобы был зацеп. Неплохая резина вроде как по отзывам для дрифта. Ребята стоят возле, не возле своей машины, они типа крутые. А типа ихняя тачка, одели комбинезоны. На что вы стали были чужой машины? Не понтуйтесь. А вона нормально, куда. Самая главная фишка. Мы стоим у Біля Сільві, але їздить хлопці на Субару. Це їздимо на Субару. Справжні фанати STG Drift Team. Ідемо до Субару. Скажіть мені щось про свої машини в двох словах, щоб ви отримали ще більш фанатів. Так, як я бачу, у вас пусті борти. Майже пусті борти, без особливих спонсорів. Може, спонсори захочуть з вами більш працювати, коли ви трошки себе запрезентуєте? Про Nissan з SR20 говорять, що це пакет молока, так? Так, двохлітровий. Так, так. У мене акція 2,5. 2,5 літра. Півлітра акційного. Півлітра акції. У нас машинки по 2,5 літра на рідкісних в світі дріфто-двигунах оригінальних собарівських йожиках, так званих. Їжачках. Просто дуже класно надуті, дуже класно зроблені, підготовлені. І вони, в принципі, не менш витривалі, ніж ті самі SR20. Ну, побачимо, як буде далі. Коротше, ви не дуже себе рекламуєте, я скажу краще. Коротше, давай. Пацани реальні мега Subaru фанати. Я вважаю, що Subaru України має спонсорувати ці машини. Просто зобов'язано UI Holding чи хто там зараз імпортер. Мусять спонсорувати ці автомобілі для участі в змаганнях, тому що зараз рекламна компанія Subaru проходить як ніби таке враження, ніби автомобілі випускають для сімейних старічків. А справжні Subaru боліди їздять на трасах і участвують в різних автоспортивних змаганнях. І Subaru має вийти на ринок України і показати, що вона підтримує цих людей, які їздять на рідному Subaru двигуні, на рідному Subaru кузові, з рідною Subaru коробкою. На рідних всіх елементах? На майже всіх рідних елементах на Subaru. Тому Subaru, будь ласка, зверніть увагу на команду STG Drift Team і попрацюйте з своїми маркетологами. Дітям все дав, і от таїшся сину, і, як говориться, поддерживаєте. Ви можете сидіти вдома, але ви поддержуєте його здесь. Це дуже мощно, я хочу сказати, ну, можна секундочку? Я хочу сказати, що, ну, батьки, якщо діти вам покажуть це відео, поймите, що тільки как бы, через вашу любов і ваше внимание ваш ребенок може добитися своєї мечти. Это очень важно, мне кажется, правда? Поэтому, ну, берите пример. У вас есть для Димы какое-то наставление? Есть какие-то слова или там, когда он идет, едет на, ну, как бы на заезд? Сказать? Если это не секрет. Нет, это не секрет. Никаких наставлений, единственное. Вот эта машина я
и пошел. Я смотреть, он поехал на прозор. Это очень важно, вот эти моментики, как вот без слов просто. Может, была какая-то драка? Нет, у нас, слава богу, без Махача. У нас бывает такое, что ребята могут немножко поорать друг на друга, потому что все импульсивные, ну, очевидно. Это инсайт такой прикольный. Да, но это крайне редко, вообще максимально редко. И это я даже не знаю, что должно произойти, чтобы они... Подстегивают ли они как-то друг друга? Да, стебемся постоянно. Постоянно. Юмор – неотъемлемая часть. Ми зустріли земляка, це чернівецький пілот, представся, будь ласка. Іван Павлович, місто Чернівці. Іван. Він їздить на Ford Sierra, в колишньому Cosworth, зараз кузов Cosworth, мотор. Теж Cosworth. І рідний мотор Cosworth. Так. Дуже бомба. Розкажи, будь ласка, як ти дійшов до того, що з вуличного драгової машини пішов в дріфт? Просто драг мені з часом став нецікавий, я раз побачив дріфт в Києві, мені дуже сподобалось. Я почав будувати машину для дріфта, і, як бачите, ну, вийшло непогано. Роботи. Ну, бачу, що робота зроблена серйозно, каркас варений десь каркас на Західній Україні? Чи? Ні, каркас в Одесі, я довірився професіоналу, тому що це безпека. Супер. І скажи, будь ласка, ми в кожному блозі стараємося пояснити людям, що професійний автоспорт – це те, куди треба йти, і треба йти з вулиць в професійний автоспорт. Якби. Ти можеш нам пояснити людям перевагу, чому так треба робити? І перше за все це безпека. Друге це перспективи. Тобто з вулиці перспектив ніяких немає. Тобто, перше саме нема де тренуватися майже в кожній області. Небезпечно, плюс нема треків. Так, готовлять машини професійно, вони вже відповідно їздять на таких треках. Їм є де навчитись і є пілоти, від яких можна певні навчання брати і так далі. Прикольно. Ну, ми бажаємо тобі успіху, ми підійдемо, бо бачимо, що вже будуть запускати скоро вашу п'ятірку. Успіху і до зустрічі. North never seen, North